Работники АЭС, пожарные, врачи, медсестры, шахтеры, солдаты, ликвидаторы. Сотни тысяч людей помогали справиться с аварией. Памятник тем, кто спас мир. А его бы не пришлось спасать, если бы кто-то другой не обосрался по полной. Таня, милая, ты не была такой циничной. Ты уверен? Или это тебя память подводит? Воспоминания они такие. Мимолетные, ускользающие. Мы помним все так, как хотим помнить, а не так, как все было на самом деле. Что тебе от меня надо, Таня? Приглядись к памятнику. Видишь человека слева, у которого дозиметр? Сразу после аварии на станции ни одного дозиметра не было. Все были либо сломаны, либо конфискованы. Эти люди понятия не имели, с чем столкнулись. А тех, кто пытался сказать правду, затыкали. Руководство всегда в первую очередь думало о секретности. Ну, еще и о первомайских шествиях. Простые люди были расходным материалом для их грязных делишек. Все было не так однозначно. И вообще, за прогресс надо платить. Прогресс, говоришь? Идем, Игорь. Я покажу тебе твой любимый прогресс.
Деньги на вход и все. Ничего не напоминает? Это что-то новое. Наверное, работа темных туристов. Но что ты видишь? Фигуры людей. Тени, выжженные на земле, как Хиросиме и Нагасаки. То, что осталось от людей после взрыва бомбы. 5000 градусов по Цельсию. Их просто испепелило мгновенно. Распад урана-235 и плутония-239 вызвал такие мощные взрывы, что они испарили все рядом с эпицентром. Но зачем мне это видеть? Я над ядерным оружием не работал. Я хотел дать согражданам дешевую энергию, а не бомбы хреном и делать. А ты уверен, что помнишь про реактор РБМК-1000? Он был ненадежный. Постоянно давал сбои. Почему руководство партии требовало, чтобы его использовали? Вспоминай, Игорь. Тебе нужно вспомнить. Ну, потому что его легко было превратить в оружейный. Мирный атом можно было мгновенно поставить под ружье. Да никто этого не планировал, понимаешь? Я тебе еще кое-что покажу. Иди за мной.
Русский дятел, глаз Москвы. У этого чудовища много имен. Дуга один. Загоризонтный радар. Он должен был предупреждать нас о запуске ракет с запада. Огромный и очень прожорливый комплекс. Настолько, что Антоне нужна была своя электростанция. Но ведь это все равно просто радар. Это военная машина. Очередная ступень в бесконечной гонке вооружений. Вот твой прогресс, Игорь. И ты в ней участвовал, пусть даже несознательно. Ты о чем? Ты уверен, что это все? А как насчет секретных передач, управления разумом, экспериментов КГБ? Это ты мне расскажи. Ты, похоже, о них все знаешь. Хотела бы, да не могу. Ты меня сюда притащила и... Не дуйся, Игорь. Пошевели мозгами. А может, я схожу с ума, а ты просто голос у меня в голове. Таня, Таня. Thank you.
Thank you.
Старина, хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Я весь внимание. Как ты знаешь, я приехал в Чернобыль, чтобы найти кое-кого. Ты упоминал брата? Да, Руслана. Мы росли вместе в Москве. С детства сами о себе заботились. Вы были вроде как уличными бандитами. Это называется воры в законе. Но тебе-то откуда знать? И что Руслан здесь делает? Долгая история, но... Короче, наш отец был ментом. Ну и как многие менты, тот еще мудила. Он маму бил, когда бухал. А бухал он всегда. Последний раз, когда он напился, он замахнулся на меня железной трубой. Только кое-чего не учел. Я больше не был беспомощным сопляком.
И Руслан тоже не был. Мы схватили его и бросили в колодец за домом. Этот ублюдок даже не умер. Только ноги переломал. Вы бросили в колодец собственного отца. Наверное, он это заслужил. Ладно? И чего ты от меня хочешь? Руслан сделал кое-что, чего делать не следовало. А после приехал сюда, чтобы заныкаться в зоне. Я его несколько месяцев выслеживаю. Охренеть. Что ж он такого натворил, что понадобилось прятаться в таком месте? А это сейчас не важно. Короче, я думаю, что его сцапал Анар. А мне охренеть как надо задать ему кое-какие вопросы. Обыщи мобильный командный центр НАР возле старого госпиталя в порту Припяти. Там есть офицерская форма. В ней ты сможешь проникнуть на электростанцию. И пока будешь там, поищи сведения о моем брате. Все, что удастся найти. Его зовут Руслан Горобец. Конечно. Я знал, что могу положиться на тебя, партнер. На всякий случай оставайся на связи. Если понадобится помощь, только свистни. Договорились. Может, уже возьмемся за это дело? Thank you.
Это Ольга? Похоже, она там всем заправляет. Железная женщина. А все эти самоселы, говорят, вместе можно и море осушить. А можно ли вместе отыскать давно утраченную любовь? Заперты в кристаллах чернобылита, раздавлены, задушены.
Я тебя не знаю, что надо? Я Игорь. Ольга просила прийти. Ольга! К тебе какой-то чутило! Игорем звать! Ты его знаешь? Или всадить ему пулю между глаз? Все нормально! Открой ему, Марко! Ну, привет. Слышал, ты из той компашки, с которой даже Нарс сыт связываться. И скольких ты уже завалил? Никогда таких не слышал. Похоже на очередную городскую легенду. Чё? Городскую? Мы же в грёбаном лесу, дружище. Ладно. Надеюсь, кто-нибудь поможет нам наконец. И Нарс валит из этих мест навсегда. Профессор Хименюк, полагаю. Рада познакомиться лично. Нам предстоит большая работа. Я пришел. И о чем ты хотела поговорить? Несколько дней назад кто-то украл наши припасы. Мой муж, Костя, пошел по следу воров. Теперь и он пропал. А потом к нам заявились какие-то наровские шестерки. Сказали, у них есть пленник, которого они хотят обменять на что-нибудь ценное. И ты думаешь, это твой Костя? По описанию похоже. Я бы что угодно отдала, не раздумывая, но, как видишь, у нас нет ничего ценного. Этот поселок, которым ты управляешь, потрясающее место. Никогда бы не подумал, что... Что посреди зоны живут обычные люди? Ты прав. Мы не обычные люди. Мы охотники. Знаем эти леса, как свои 5 пальцев. А что насчет тебя? Ты слишком молода, чтобы... Помнить чернобыльскую аварию? Ну да. Я приехала с мамой из Минска после того, как умер папа. Я тогда была подростком. Мама была доктором. Она хотела помочь жертвам радиации в зоне. Здесь она встретила Матвея, и... Они друг другу понравились. Потом появились бойцы НАР и здорово нас прижали. Фашисты проклятые. Мама исчезла. Это было много лет назад. С тех пор обо мне заботился Матвей. Он меня всему научил. В Минске я была просто девочкой Эмма. Здесь я королева леса. Костя приехал 2 года назад с врачами без границ. Он остался из-за меня, но... Ну, остальное тебя уже не касается. Ну что ж, вижу, ты по-настоящему заботишься о своих людях. Это мне нравится. Я постараюсь тебе помочь. Обещаю, ты не пожалеешь. Друзья всегда могут рассчитывать на наше гостеприимство, а врагов мы встречаем с дробовиками. Да, и вот еще. Эти гады, которые забрали Костю, наверняка наши припасы до сих пор у них. Хочешь, чтобы я и припасы вернул? Если получится. Но только после того, как спасешь Костю. Само собой. Твое желание – закон. Становись в очередь. Нужно своей очереди подождать. Мы тут не дикари. Все по правилам.
Ну, я тогда пойду. В следующий раз утром приходи. Утром очередь покороче. Или, может, вступишь в комитет нашей очереди, а? Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией, уважаемые товарищи,